Звук, сигнализирующий о приближении поезда, трудно перепутать с каким-либо другим или вовсе не услышать. Тем не менее, ситуации, когда люди не обращали на это внимания, случались. Бывало и так, что, к сожалению, истории заканчивались трагично. Чтобы повлиять на ситуацию, напомнить пассажирам о том, что правила существуют не просто так, предупредить несчастный случай, сотрудники администрации округа провели профилактическое мероприятие вблизи ЖД-платформы станции. Привлеченные к акции волонтеры вручили листовки пассажирам с призывом соблюдать правила, не обошли вниманием и нарушителей, которые совсем не стеснялись ими пренебрегать. Причины, по которым взрослые люди так поступают, остаются загадкой, но одно известно наверняка – экономя на проездном билете таким образом, человек рискует заплатить самым дорогим. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.